прям так вот красиво мы начинаем из, хотел сказать, солнечного, из вечернего Палермо. Ребята, это моя любимая улица, забыл, как она называется. Кажется, Република деля Индия. И супер офигительное кафе Борха Кэндлс Вичертамс. И мы начинаем, собственно, смотреть графики, так что погнали. Потому что что? Потому что идет турнир, ребята. Потому что идет турнир, и я решил сделать короткий обзор. Смотрите, что, по реплу стою в трейде, 153% плюс. Напоминаю, что у нас идет сейчас прямо инверсное состязание на Байбите. Я надеюсь, друзья, вы тоже все на него добавились, потому что оно уже идет, будет идти еще 13 дней, и все еще можно зарегистрироваться в течение более чем недели. У нас уже 65 участников. Всего 4 квалифицированных трейдера. Давайте запампим объемы еще немножечко. Охренеть, меня уже на 13 место кто-то скинул. В общем, я особо не следил. В общем, давайте, все, кто торгует инверсными парами на Байбите, подсуетитесь и проверьте, что вы туда добавились. Значит, что? Я думаю, что To The Moon в целом, но не без коррекции. Не без коррекции, конечно же, ребята. Поэтому, еще раз вам говорю, здесь такая расторговка. Вот по Ripple уже, раз мы смотрим. По Ripple мы уперлись. Я извиняюсь за этих девчонок, но они прикольные, да, все такие живые, настоящие. Ripple мы уперлись в настоящее общение. Мы уперлись опять в это сопротивление. Смотрите, снова ретест сопротивления. Вот здесь был закол. В принципе, если не брать теней, то вот он, этот уровень. Но посмотрите-ка, здесь уже нету никакого дивера. Здесь наоборот, по RSI, я вам хочу сказать, что мы сделали новый пик на 4-часовике. И также и в цене мы сделали... Нет, в цене мы точно дошли до того же уровня. Тютелька в тютельку, 0.57. Но, тем не менее, мы сейчас откатываемся и потенциально делаем бэк-тест локального сопротивления, ака локального хая, понимаете? И я думаю, что сейчас, скорее всего, мы на шортах все-таки полетим наверх. Это мое мнение. Имхо, как говорится, дисклеймер, не финансовый совет. Могу ошибаться, могу ошибаться. Говно вопрос. Говно вопрос абсолютно. Но что вижу, то и говорю, поэтому если вам это нравится, ставьте обязательно лайк и проверьте, зарегистрировались ли вы в турнире на Bybit, вот по той вот ссылке или по тому QR-коду, который видите вот там, вот, сканируйте его, или просто переходите по ссылке из описания. На самом деле, что может быть проще, друзья, перехода по ссылкам из описания. Также проверьте, что вы подписаны в правильный Telegram Crypto Commons, потому что много скамеров, которые от нашего имени что-то впаривают. Это все не мы, у нас все бесплатно, все сигналы, лучшие, как говорится, все, что мы делаем, все мы здесь постим. И, кстати, раз уж на то пошло, не забудьте, что на бирже Gate заканчивается акция, буквально 3 дня осталось, чтобы забрать в подарок $20. Причем не ваучеры, а 20 настоящих USDT в подарок по нашей ссылке для всех новых пользователей, кто проходит KYC. Единственное условие – это положить в эквиваленте $100 любой монеты на спот. Ничего торговать не надо, ничего делать, хоть каста, хоть дэш, там миллион монет. Просто кладете в эквиваленте $100 крипты на свой счет, ждете и получаете 20 USDT на свой кошелек. Для тех, кто еще не зареган на бирже Gate был, по нашей ссылке это сделать самое время, ребята. Теперь вернемся к рынку. Если сейчас Ripple пробивает этот уровень сопротивления локального, а мы говорим сейчас о Ripple, на примере Ripple мы сейчас говорим о всем рынке. Поэтому, да, я думаю, что мы увидим сейчас еще хорошие шорт-сквизы. Смотрите, опять же, здесь какая зона поддержки, как много раз мы тут с вами оттанцовывали от нее по Ripple. И Ripple, еще раз вам говорю, это не то, чтобы именно Ripple мы сейчас смотрим. Мы сейчас смотрим весь крипторынок, в лице, весь альткоин даже, я бы сказал, рынок в лице Ripple. А если совсем быть точным, то весь альткоин, рынок, который еще не стрелял. Многие альткоины... Все, еще даже не вышли из зоны накопления. И Ripple, я считаю, относится именно к ним, друзья. Будет ли альтсезон? Да, будет. Практически уже с 90% вероятностью он будет достаточно сильный. Десятки иксов мы увидим. Говорю из личного опыта. Так что вот что-то такое примерно по нему жду. Но, как говорится, сами все... Вот. И по лайткоину тоже стою вот в трейде, начал в что-то... Ну, тут у меня ведра на разгрузку стояли, я их двигал, я думаю, можно их двигать еще потихоньку выше, плавно. И так, ну, чтобы как бы не сильно много тоже не разгружать потихонечку. Я тут что-то добрал, по маркету шлепнул, короче, писал об этом в телеге. Вот еще почему обязательно вы должны быть подписаны к нам в телеграмчик, потому что не успеваешь, просто не будешь же делать видео каждые 5 минут, блин. А тут вот я писал вчера об этом, что, ребята, потихонечку вот открываю и ману, и дот, и прочий альтец на нашем турнире. Так что проверьте, еще раз вам говорю, подписаны ли вы на правильную телегу. А, ну что, вот, собственно, да, эти лонги, мана в безубытке пока, дот в минусе даже в небольшом, но был в плюсе уже, короче, в безубытке, считай.
Ну, опять же, для этого сетапа нужно, чтобы мы сейчас поперли наверх. Я думаю, что пока так и будет. Докуда силы дойдет дойти наверх, дойти нам наверх, не знаю. Но, тем не менее, у нас по доту, смотрите, под Невки пробит даунтренд на RSI. Что немаловажно, ребята, что немаловажно. И бычий закреп сейчас происходит. Вот, еще о чем мы писали, очень важная тема. И в Телеграме, и в Ютубе делали пост. Кевин Свенсон, наш коллега и бро, подметил такую вещь на дневном графике. Посмотрите, дневной график биткоина. Мы наблюдаем с вами пробой нисходящего сопротивления по RSI. И, соответственно, по свечкам тоже. Посмотрите, у нас RSI пробил свое нисходящее сопротивление на дневном таймфрейме впервые за 65 дней. А также первый зеленый MACD на дневном таймфрейме впервые за 50 дней. Посмотрите, MACD развернулась в бычку. Пробой и ретест сопротивления происходит здесь сейчас. Плюс еще, опять же, никто не верит, все шортят, все как обычно. Вот, поэтому, друзья, мне кажется, что в моменте надо все-таки лонговать. Блин, это так мило, конечно, все, сейчас я вам покажу еще. В моменте, мне кажется, что надо лонговать. И я это все подкрепляю, собственно, делом, показываю вам на нашей любимой бирже Bybit, как я это все делаю и лонгую. Вот. Ребята, это просто супер-мега. Эти вечерние аргентинские посиделки с собачками. Просто перфектно на таких вот вечерних улицах. Но мы не будем отвлекаться долго, мы возвращаемся к графикам. Просто я знаю, что вам нравятся такие реальные вставки. Так, что у нас тут? Тут у нас такая тема, что... Да, бычий пробой, но в целом потом еще более долгосрочная, среднесрочная, я думаю, летняя коррекция нас ждет. Поэтому не то, чтобы сейчас прямо all in to the moon на всю котлету и без стопов. S&P-ха вроде как неплохо на недельках отбилась, поэтому давайте на нее, как говорится, это вот так вот будем дуть, чтобы она удержала EMA Ribbon. Хотя, опять же, она тут тоже, видите, неплохо отбивалась, а потом на. Поэтому, ребята, все еще может быть что-то вот такое. Держим ухо востро, нос по ветру, торгуем осторожно. Добавляемся в турнир на Байбите по QR-коду. Забираем также бонусы на бирже Gate. По ссылочке из описания. Пока дают, ребята, пока дают. А так, смотрите, о чудо, но в этот раз цена пошла сразу по обоим моим прогнозам из прошлого ролика. Мы сходили сначала вот так, но потом мы здесь передумали, отреджектились, и похоже, что пошли вниз вот уже по этому сценарию. Поэтому, блин, гайс, я не знаю, что тут. Ну, как бы мы в середине канала. Ситуация на самом деле 50-50, поэтому трезвая голова говорит, надо сокращать, конечно, позиции. Там, где есть что откусывать, надо потихонечку откусывать хоть что-то, чтобы в турнире тоже не остаться с голым одним местом, как говорится. Да, вот чуть-чуть прямо откусили, но это надо иногда делать, просто потому что, грубо говоря, вот это как раз и есть скальперский объем и предыдущие покупки. Ребят, рад бы дольше еще вам все это показывать, рассказывать, но вынужден откланяться и бежать. Что еще? Давайте поймем, что биткоин – это самая большая в мире компьютерная сеть, о чем знает уже даже Google. Больше, чем Google, Amazon и Microsoft вместе взятые за 15-20 лет. Что еще? Поздравляю всех биткоин-энтузиастов с тем, что общее количество биткоин-транзакций перевалило через 1 миллиард уже. Или это сколько? 1 триллион? 1 миллиард. Триллион, биллион, я запутался. Напишите в комментариях, 1 это миллиард или триллион. А у меня на этом все, друзья. И скоро-скоро-скоро увидимся. Пока. Вот, кстати, охрененный выход, чуваки. Печати buy bitcoin на долларах, потому что, ну, как бы, все понятно, сейчас уже people не хавает. Вон, посмотрите, 20-20-20 год халвинг, единороги в ромашковом поле, а 24-й год, ну, что за постиндустриальные конвульсии апокалипсиса? Не знаю, ребята, я думаю, что все нас ждет еще только впереди, социальный риск невелик, мы все еще на дне логарифмического канала, мы еще даже не вышли из зоны накопления, халвинг произошел, все нормально, то есть как бы мы всего-то вот только-только переписываем all-time high, я вам напоминаю, что, и это еще без учета предпечатного станка, который только-только врубили, и M1SL перевернулся в бычью сторону M2SL, то есть начали печатать бабки, ребята, короче, нас ждет супер мега to the moon, просто не дайте себя одурачить и вытряхнуть из ракеты на самых лоях, когда мы вот здесь, ребята, то есть помните, что это все экспонента с
просто в открытый космос и поиск новых вершин, которые никто из нас с вами не знает. Но когда-нибудь обязательно мы их узнаем. Есть только один способ узнать, ребята, докуда дойдет биткоин, это подождать. Вот. Но если у вас есть предположения, оставьте их в комментариях, а я обязательно на все отвечу и постараюсь. И мы это обсудим. А у меня на этом все. С вами был Гринет, канал CryptoCommons. Обязательно раздавите лайк, если вам нравится такой контент. Проверьте, что вы в турнире, получили призы от Gate. И что? И на TRDR, кстати говоря, на TRDR по нашему тоже вот QR-коду, который сейчас на экране, и по ссылке одной из первых, скидка 20% только special for CryptoCommons community. Еще какие-то тоже около 10 дней. Специально для нашего комьюнити, я просто забываю вам все это повторять, и думаю, может, уже сколько можно повторять одни партнерки. Но, тем не менее, 20% скидка. Если вы не знали, когда и хотели подключить TRDR, то самое лучшее время сделать это сейчас. Он-чейн, скринер всех заявок. Смотрите, какие плотные у нас с вами ордера. 63 здесь по 63 тысячи, да, стеночки стоят. Так что все, ребята, всем профитролей и до следующей встречи, пока. А я наконец-то поем свои круассаны. Смотрите, какие тут охрененные круассаны с сыром. Ну, они вам, конечно, так, я думаю, вкус не передадут, но тем не менее. Все, ням-ням. И всем круассанов тогда, чего уж там. И пока-пока. Опять. Дай 0,5 эфира.